Вчера исполнилось ровно 77 лет со дня основания нашего прославленного управления. И мне представляется о том, что это очень глубоко символично. Потому что региональное управление в одном фронте дел было основано буквально на следующий день после восстановления Ульяновской области. Вот все эти годы новейшая история нашего региона, наше управление писало свою собственную летопись, самоотверженная работа на благо безопасности и стабильности одного из самых прославленных регионов России, Ульяновской области. В связи с этим позвольте поздравить вас с этой важной датой. И, конечно, позвольте выразить слова глубокой признательности за ваш профессионализм, за вашу стойкость и за вашу полную самоотдачу. Мы хорошо с вами знаем, что традиционно, коллеги, это время подведения итогов, время определения задач на следующий период. И понятно, что сегодняшний заседание, конечно, будет не исключением. И главный результат, которого мы добились, это моя не только личная оценка, но и оценка как губернатора, как высшего должностного лица, заключается в том, что нам с вами, несмотря ни на какие вызовы, их достаточно много, и в прошедшем году, и в наступившем году, удалось сохранить стабильную финансово-экономическую, политическую обстановку, сохранить и устойчивое развитие правового порядка на территории региона. Вот в подтверждение своих слов могло буквально несколько слов о финансово-экономической ситуации в регионе сказать. Объем валовой продукции сельского хозяйства за последние два года практически в 4 раза превышает показатель, например, 10-15-летней давности. Ульяновская область прочно вошла в двадцатку крупнейших производителей зерна в Российской Федерации. По объему строительства жилья в текущем году мы пробили планку в 1 миллион квадратных метров жилья и находимся на втором месте в Приволжском федеральном округе и входим в первую десятку регионов Российской Федерации.